скоро экзамены, ты в курсе вообще? Нет. А зачем тогда у тебя распятие на шее висит? Я так медитирую. Че? Я размышляю над сценой на экзаменах, над идеей допущения собственной казни. Но про экзамены ты не знаешь, а чё вообще тогда? Я считаю, это не стоит обсуждать после школы. Стой, 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 погоди. Мы 3 месяца готовились к экзамену, а тебя я на пробниках ни разу не видел. Но сегодня, после уроков, сделай одолжение. Начни готовиться. Ладно, я считаю себя выпускником, но с точки зрения философии, я школьник. Окей, и чё? Я не душа компании. Да, нас, школьников, вообще никто не любит. Я полагаю, что экзамены — это огромная ошибка эволюции. Мы стали готовиться к ним, и часть школоты оказалась от эволюции изолирована. Мы школьники, которых по закону природы быть не должно. Ну, пиздец ты мрачный тип. Мы существа, поглощенные иллюзией индивидуальности. Этим придатком сенсорного опыта и чувств мы запрограммированы, что каждый школьник — это личность. Но на самом деле мы никто. Я бы на твоем месте при школьниках об этом помалкивал. Они так не считают. Да, и я тоже. Лучшее, что мы можем сделать как школьники, противостоять программированию. Отказаться от экзаменов, взяться за руки и вымереть. Однажды в полночь дружно по-братски отказаться жить. То есть... Ты предлагаешь нам всем просто взять и сдохнуть? Не предлагаю, а убеждаю, что нам лучше дружно вымереть. Но на самом деле просто лень готовиться к экзаменам, а покончить с собой кишка тонка. Ты 3 месяца не ходил на пробники. И тебя не было видно в школе. А тут приперся и начал... И завтра не приду. Заткнись, блядь, и начни готовиться.